Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами Эркатль. Постклассический период 1325-1521 год. Камень, высота 60. Эркатль был почитаемым у народов Центральной Америки как персонификация ветра, одно из воплощений Кецалькоатля. Он присутствует в дыхании живых существ, способствует движению дождевых туч. Культ божества, олицетворение ветров с Атлантики, приносящих влагу на поля, восходил еще до времени культуры альмеков. В постклассический период бог часто изображался в виде танцующего существа с птичьим клювом, порождающим ветер, черным телом обезьяны и змеей вместо хвоста. Ацтеки, у которых он считался покровителем торговцев, воздвигали ему круглые в плане храмы. При строительстве станции метро в историческом центре Мехико был найден руин одного из них. Основанием статуи служит тело, свернувшееся кольцом змеи. Бог изображен со скрещенными ногами в движении, вызывающем ассоциации с порывом ветра, кружащимися воздушными вихрями. Маска, напоминающая красный утиный клюв, специфическая черта его облика. По преданиям, Кецалькоатль стал дневным светилом одной из космических эпох – Солнцем Ветра, после крушения которого выжившие люди были унесены ветром и превратились в обезьян. Ну вот так вкратце о Эркатле. Постклассический период, камень, 1521 год, высота 60. Данные я брал из интернета и книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.